Сейчас будет докладывать Дмитрий Юрьевич Пушкарин, и мы будем слушать презентацию лазерной технологии в стационаре короткого пребывания. Очень неожиданная тематика. Зачем нам нужно короткое пребывание и еще лазеры там? О! Вы знаете, глубоко уважаемый президент, дорогие коллеги, любой бы мечтал выступать после академика Чернового. Понимаете, какая ситуация? Почему? Потому что вот это действительно так. Зачем нам нужны стационары короткого пребывания? Вы знаете, вот то, что называется быстрый путь пациента. То, чем закончил Сергей Константинович, что сегодня пациент требует амбулаторную урологию. Первый симпозиум на конгрессе называется «Амбулаторная урология». Понимаете, с Петром Витальевичем Глыбочко и с коллективом Первого медицинского института мы выпускаем в свое время большую книгу по заказу профессора Винарова, если вы помните, да, которая называется «Амбулаторная урология». Сегодня выпускается методичка самая большая, 100 страниц «Амбулаторная урология». Работает программа стационаров короткого пребывания. Отсылаюсь опять к Черновому. Посмотрите, это второстепенная газета «Тахома Ньюс» 1953 года, где написано, что какой-то человек, инженер, говорит о том, что будет какая-то... Телефонов еще нет вообще никаких, только вот такого размера, стационарный. Он говорит, будет такой телефон, который мы будем держать в кармане. Пишет об этом. И будет то, что мы можем даже посмотреть друг на друга. Вот такая статья, да? Понимаете, какая ситуация? Сегодня стационар короткого пребывания, если мы берем международный опыт, проходит совершенно особый этап развития. Сегодня пациент голосует и хочет то, что называется same-day surgery. Это день в хирургии одного дня. Какая задача наша, моя в частности, как главного специалиста? Инкорпорировать технологии, которые мы можем употребить и использовать в стационаре короткого дня. Я не буду читать все слайды, но тем не менее, посмотрите, доля общих операций написано в стационаре короткого пребывания сегодня почти 70% в некоторых странах. В Москве, между прочим, посмотрите, стационары короткого пребывания созданы были прибывшим министре здравоохранения Москвы по предложению урологов, по предложению оргбитотдела по урологии. Профессор Ходорева, Любовь Алексеевна, которая была одним из основателей этого, не смогла приехать, просто она заболела. Да, я должен был поднять ее, вам об этом рассказать. Поэтому сегодня эта система работает. И сегодня она работает практически во всех урологических стационарах. Она имеет место быть. Называется это СКП. И посмотрите, сегодня это уже 22% в 2022 году от всех операций урологических. Не от всех операций, выполняемых условно каких-то в СКП, либо онкологических, либо мочекаменная болезнь, а от всех урологических операций. Это каждая пятая операция. Это СКП. СКП не больной не остается на ночь. Больной уходит домой в тот же день. Стационар короткого пребывания. Это не однодневный стационар, Михайлович, например, смотрит, думает, он уходит на следующее утро. Уходит в тот же день. Важно понять. Ну, конечно, вы скажете, смотрите, как это соотносится с тарифом. Тариф, конечно, вопрос непростой. Поэтому, конечно, технология, которую мы должны применять в стационаре короткого пребывания, эта технология должна стоить столько, чтобы она уместилась в тариф. Ну, это, конечно, и простые технологии, но существует конкретный пример. Почему? Потому что есть ведь заболевания, которые на слуху, которые мы знаем, самые распространенные, ДГПЖ, какие-то злокачественные поражения, если клиника занимается онкологией, и мочекаменная болезнь. ДГПЖ, не буду статистику давать, вы все прекрасно знаете, половина больных ДГПЖ подвергается каким-либо оперативным вмешательствам. Сегодня мы прекрасно знаем, что существуют стандарты европейских сексурологов, которые говорят, в каких случаях, что мы должны делать. Если простаты больше 80 сантиметров кубических, мы можем делать открытую операцию, роботостерноадомоктомию, об этом будет завтра разговор, вы об этом знаете, Михаил Ильич, и лазерную нуклеазу. Но что интересно, что вот большая железа, например, там плюс 60+, это сразу пациент, менталитет пациента, мы обрекаем его на 3, 4, 5, 6 дней стационар. У него в голове это. Если у тебя большая железа, ну, у тебя будет долгий процесс.
Это же очень важный момент. И сегодня, например, если мы говорим про лазерную энергию, то есть лазерные энергии, которые позволяют эти операции выполнять за 1-2 дня. Вопрос. Если человек год там борется и проходит карчу, можем ли мы себе позволить не употреблять это в стационаре короткого пребывания? Не знаю. И сегодня мы имеем минимальный опыт использования, вот в данном случае, лазера длиной волны 2010 с проникающей способностью 0,2 мм, как лазерная обласа, вапоризация аденомы предстательной железы. Я не знаю сегодня, сможем ли мы вот таким образом имплементировать это, знаете, в СКП, и завтра я вам скажу, да, вот это мы делаем. Нет, пока нет, но мы должны думать о том, что пациент будет это требовать. Я не буду вам показывать этот слайд, вы прекрасно его знаете. Да, это один из слайдов, который представлен аппарат Cyber 200-200-ваттный, который делает вот достаточно быстро эту операцию, а вот непосредственно, пожалуйста, та операция, которая представлена материалом нашей клиники. Очень много специалистов в зале сидит, которые владеют блестяще этой операцией. И я прошу этих специалистов в любом регионе, в таком бы вы ни находились, подумайте, что эта программа сегодня, а существует лазерная программа в Санкт-Петербурге, существует лазерная программа в Ростове, в Краснодаре, в Москве. Эта программа может быть сегодня амбулаторной. И мы, если мы, урологи, не скажем об этом первые, то, поверьте мне, найдется какой-то чат-бот в виде лазерного специалиста, который будет говорить, я просто лазерный специалист. А завтра будет прибор, который будет непосредственно делать сам эту операцию. Поверьте мне, это будет так. Посмотрите, действительно никаких нету кровотечений. Это может быть так называемый тюлеп или трансуретральная лазерная вапоризация с энуклеацией вместе, или просто трансуретральная вапоризация, или вапоризъекция. Очень много названий, и разобраться здесь очень сложно. Главное, что мы имеем энергию сегодня, которую можем имплементировать непосредственно в стационаре короткого пребывания за сутки-двое. И вы увидите статистику. Ну, пожалуйста, спустя сутки нет повреждения тканей в глубину. Тоже очень важно. Карбонизация минимальная. Почему это важно? Многие больные на антикоагулянтах. Вы прекрасно знаете. Это не стационар короткого пребывания, 350 больных, 340. Но просто посмотрите, что интересно. Интересно то, что общая средняя продолжительность пребывания в стационаре сегодня от суток до 4. Вопрос. Как сделать пребывание сутки? Как сделать пребывание утром пришел, вечером ушел? Эта технология, это помогает, когда длина волны 2010. Например, да? Я уверен, что будут другие технологии очень скоро. Но мы, урологи, должны быть к этому готовы. И это очень-очень важно. Я показываю статьи, которые подтверждают, литературы очень много. Я показываю, что вапоризекция сегодня уделяется очень много внимания тулевой вапоризекции. Но что интересно, только что было сказано про антикоагулянты. Треть пациентов сегодня на антикоагулянтах. И в Москве, поверьте мне, и в регионах. Если нет, то будет. Мы об этом на симпозиуме сегодня говорили. Очень важная цифра. Почему? Потому что сегодня, например, если мы говорим про варфарин, самый страшный препарат, поверьте мне, я перевел дважды больного на варфарине, а остановить это кровотечение невозможно. Никаким образом. Мы отменяем его за 5 дней до операции. Но самое главное то, что терапевт приходит к вам и говорит, слушай, Дмитрий Ильич, ему нужно назначить препарат завтра. Вот какая ситуация. Больному нужно назначить препарат как можно скорее. Через 2-3 дня непосредственно после операции. После какой операции мы можем назначить ему варфарин через 2-3 дня? Таких операций мало. Таких технологий мало. Может быть, это одна из них. Очень важно. Ну, я не буду говорить про то, что можно спокойно, то, что это мы делаем, спокойно убирать небольшие опухоли мочевого пузыря вот таким вот образом, то, что сейчас называется анблок, небольшие, до сантиметра. Это амбулаторная манипуляция сегодня в стационаре короткого пребывания, в СКП. Это очень важный момент. Почему? Потому что это надежная операция. И на сегодняшний день, что я хотел бы сказать, вы знаете,
неоспоримый приоритет лазерной технологии, есть лазерные программы. Да, я не знаю, присутствует ли здесь профессор Котов, который занимается не просто лазерной программой, но и обучает очень многих наших урологов Москвы и России, условно, используя лазерные технологии. Ну, не говоря уже о профессоре Маркове, все-все-все. Этим мы занимаемся на регулярной основе. Есть технология, есть программа, которую мы должны имплементировать в стационар короткого пребывания. Это отличает урологию от других специальностей. Это очень важно. Ну и, конечно, лазерной энергии много, она отличается по возможностям применения. Нужно выбирать ту, которая, естественно, подходит больше всего для скорейшего выздоровления. Мы считаем, что лазер 2010 в данном случае предпочтительным, потому что мы имеем опыт этих операций, я уверен, что у кого-то есть другой опыт. И, конечно, экономическая эффективность здесь очень интересна. Почему? Потому что ничего не стоит эта операция. Вы укладываетесь в тариф. Вот это очень важно. Понимаете, почему? Потому что сегодня наша задача, по крайней мере, в Москве, и моя задача, моих всех специалистов в Москве, уложиться в тариф. Почему? Потому что мы должны принести деньги больнице, мы должны принести деньги нашим специалистам и нашим медсестрам. Вот такая вот ситуация. Стратегия на будущее, как я уже и сказал, дальнейшее развитие стационаров короткого пребывания, оно это неизбежная реальность. Мы должны это понимать. И стационары короткого пребывания будут требовать, пациенты будут требовать технологию. Если вы отпускаете меня домой в тот же день, что нашему пациенту пока не очень понятно, да, не очень понятно. Они будут говорить, вы знаете, так мы хотим технологию, мы хотим быть уверены. И сегодня такая технология есть. Плюс это управление болью, плюс это непосредственно изучение влияния на пациента и результаты химического стресса. Все-все-все, очень много. И что интересно, одна интересная цифра, которая прозвучит завтра обязательно, но, может быть, кого-то не будет, я скажу ее сегодня. 5% роботоассистированной радикальной пазотектомии в Америке выполняется амбулаторно. 5%. Это колоссальная цифра. Больной приходит утром в 6 утра, уходит вечером в 6 вечера. Ну, мы можем спорить, нужно это или не нужно. Скажем так, да, верно это или неверно. Я не буду тем, кто будет за это, условно, голосовать сегодня. Нет, поверьте мне, это не так. Тем более в наших реалиях. Но стационар короткого пребывания и лазерная программа, это идет вместе. Это идет вместе, рука об руку. Давайте вместе об этом думать. Большое спасибо за внимание.